9 работников «Алроса» повздорили со специалистами экологического надзора. Любители рыбалки отдыхали на местности Гренада. И помимо того, что нарушили обязательный режим самоизоляции, нагрубили инспектору. Инцидент произошел 4 мая. Сотрудники «Алроса» на территории бывшего военного лагеря приехали расслабиться. Встретившись с инспектором экологического надзора, не предоставили ему документов, удостоверяющих личность. При этом мужчины вели себя неподобающим образом, высказывались в грубой форме. В отношении работников акционерная компания уже приняла меры. В случае нарушения приказа компании и трудового законодательства в целях сохранения здоровья сотрудников, работодатель будет вынужден со своей стороны применять меры дисциплинарного взыскания, такие как замечание или выговор. При этом, независимо от применения указанных мер, в отношении работников, которые не соблюдают установленные ограничения, будут также приниматься решения о невыплате премии. Напомним, в некоторых районах республики, в том числе в Мирнинском и Ленском районах, режим самоизоляции продлен до 31 мая. Глава Якутии обязал работодателей обеспечивать постоянный контроль соблюдения сотрудниками режима самоизоляции. Во время контрольно-надзорных рейдовых мероприятий Государственного экологического надзора в Мирном выяснилось, чаще всего режим самоизоляции нарушают сотрудники подразделений «Алроса». Из 15 выявленных нарушений 10 совершены работниками алмазной компании.